Я думаю, что события, которые сейчас происходят на фронте, являются началом контрнаступления Украины, которое в настоящий момент планово наращивает усилия. Как Россия с этим справится, мы увидим в ближайшее время. Надеюсь, что справится успешно. Я на это рассчитываю. Роль ЧВК «Вагнер» в Африке очень велика. ЧВК «Вагнер» показывает африканским народам, что они могут бороться с внешней агрессией, а также с действием террористов и бандформирований на территории Африки. ЧВК «Вагнер» доказывает, что африканские народы можно защитить. Этим никаким образом не занимается ООН и другие государства. Они думают только о том, как высосать африканские недра. Различие между ЧВК «Вагнер» и западными ЧВК. Западные ЧВК – это частные военные компании. ЧВК «Вагнер» – это условно названное слово ЧВК, просто, как говорится, приклеилось. ЧВК «Вагнер» — это армия полноценная, с самолетами, вертолетами, ПВО и так далее. И если где-то надо остановить конфликт или где-то надо прекратить чью-то агрессию, ЧВК «Вагнер» легко с этим справится на территориях, сопоставимых с территорией Конго, Судана и других крупных африканских стран.